Итак, сегодня мы поговорим первое об обидах, то есть продолжим говорить об обидах, потому что очень реально большой отклик я получил, несколько таких, будем говорить, криков души в личное сообщение о том, как люди не могут справиться с обидами. Может быть, это обиды из прошлого, может быть, это обиды из недавнего прошлого, может быть, это обиды, которые сейчас просто вот появляются, независимо от того, что мы вот вроде как укрепляемся в вере, читаем Библию и так далее. В 19 главе Иова Иов вызывает, вернее, будем так говорить, уже в истерике, скорее всего, говорит: вот я кричу, обида, и нету суда. И дальше он раскрывает свое внутреннее ощущение, эмоциональное. Давайте я просто зачитаю даже это место Библии, чтобы мы с вами его как-то более прочувствовали, потому что очень важно понять, насколько мы сами находимся иногда в такой ситуации. Это книга Иова, по-моему, 19 глава. Сейчас я, с вашего позволения, найду. Я просто недавно читаю. Да, 19 глава. Если у вас обычная Библия синодального перевода, то 551 страница Ветхого Завета. 7 стиха. «Вот я кричу, обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези моей наложил тьму. Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу, и как дерево он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие и знакомые мои, забыли меня. Пришли в доме моем, и служители в доме считают чужим меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и не откликается. Устами моими должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, я должен умолять ее ради чрева моего. Даже малые дети презирают меня, поднялись и издеваются надо мной, гнушаются мною. Все наперстники мои и те, которых я любил, обратились против меня». Ну и так далее. Вся эта глава посвящена тому, что Иов просто вопиет к Богу, и для него, ему кажется, что весь мир ополчился против него. И, естественно, он говорит, что это сам Бог ополчился против него. То есть вы читаете, да, что он там полки свои против него выставил и так далее, что все от него отвернулись. Вы знаете, когда мы находимся в состоянии обиды, нам действительно кажется, что весь мир восстал против нас. Иногда бывает такая ситуация, потому что люди свойственны увеличивать свою, вернее, преувеличивать свою обиду. Простой эксперимент, который мы всегда, как бы я призываю проводить в данном случае, это насколько эффект перспективы срабатывает в нашей жизни. Возьмите большой палец. Когда он находится на расстоянии от вас, то он просто, большой палец и большой палец, мы к нему привыкли, вот он есть и есть. Даже если он заболит, ничего страшного, просто болит большой палец. А теперь, когда мы возьмем и приблизим его к своему глазу, вот попробуйте сделать это, да, я приближу его к камере. Вот смотрите, уже один большой мой палец, да, закрывает полностью всю камеру. Точно так же происходит с проблемой. Когда мы встречаемся лицом к лицу с проблемой, с какой-то обидой, с непониманием, для нас это находится в рамках, высших приоритетов, что мы сейчас переживаем все это. Это нормально, потому что человеку свойственно переживать, мы существа эмоциональные. И когда мы вот находимся лицом к лицу проблемы, и чем ближе мы к ней приближаемся, к этой проблеме, да, то есть чем ближе мы рассматриваем себя в ракурсе этой проблемы, тем больше она закрывает от нас окружающий мир. И нам кажется, что действительно все против нас, нас раздражает все, малейшая какая-то неправильная интонация, малейший какой-то неправильный взгляд, кто-то не вовремя не ответил на телефон, кто-то там что-то, какое-то слово не то употребил в смс-сообщении. Это все приводит к тому, что проблема усиливается и усиливается и усиливается. Мы только что с вами читали, что Иов вообще возомнил, что Бог просто ополчил весь мир против него. И у него вот все его ненавидят, и все уже отвернулись от него. И он кричит, что я в обиде, но никто не слышит, написано. Я в обиде, но никто не слышит.
И вы знаете, до какой-то степени это правда. Когда мы обижены, нас никто не слышит. И суда нет, потому что некому судить, судьи мы. А мы судьи, которые ничего не... Мы не имеем власти судить этот мир, понимаете? Даже Иисус пришел, сказал, я пришел, чтобы не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через меня. И нет суда. Действительно, когда мы в обиде, нет суда. Мы смотрим на людей, которые нас как бы обижают. А может быть, они действительно нас обижают? Да, возможно, они делают какие-то вещи, которые нас обижают. Мы смотрим на них, и мы видим, что суда на них нет. И никто не слышит. И вдруг, когда мы говорим, мы в обиде, и люди, которые раньше смотрели на нас и говорили, да, мы тебе поможем, вдруг смотрят на нас и как бы не слышат нас действительно. И это состояние, которое приводит к депрессии, это состояние приводит к разочарованию. Люди притыкаются в церквях, уходят из церкви. Люди перестают верить в Бога. Почему? Потому что мы берем на себя полномочия Бога судить. Нам не на кого обижаться на самом деле, если мы ничего не сделали. На что люди больше всего обижаются? Когда человеку говорят, например, если я вам сейчас скажу, у вас такие страшные зеленые волосы на голове, то вас это не обидит совершенно. Потому что вы знаете, что ваши волосы не зеленые и они не страшные. То есть это факт, который вы знаете, а я его искажаю. Я даю какое-то ложное вам представление, но вы точно уверены в том, что это не так. Но когда человек говорит нам что-то, что мы знаем, что в нас внутри нас беспокоит, это наше самое больное место, то это нас начинает задевать, мы начинаем обижаться. Почему он так мне сказал? Он же знал, что это мое больное место. Но вы знаете, что происходит? Когда мы разговариваем с людьми, особенно с неверующими людьми, нам нужно отдавать себе отчет, что если нам говорят какие-то провозглашения, что называется, в смерть, не в жизнь, а в смерть, то это провозглашение не людские. Это не человек говорит, это дьявол посеял ему такие мысли, чтобы он с нами разговаривал таким тоном или такими словами. Среди верующих этого, скорее всего, не происходит. Верующие люди намеренно не обижают других. Они могут по незнанию, они могут по неосторожности, но всегда Святой Дух обличит, и они придут, попросят прощения. Если человек не живет в гордыне, я говорю сразу, если человек не живет в гордыне, если человек живет гордыней, то он никогда не придет и не попросит прощения за то, что он обидел словом или делом человека. Теперь, если мы действительно общаемся с неверующими людьми, нам просто нужно не реагировать на то, что они говорят, потому что нам всегда нужно отдавать отчет, что наши враги, помните Писание в Ефесянах написано, что наша брань не против плоти и крови, но против сил тьмы поднебесной. То есть приходит дьявол и этим людям внушает мысли, которые говорят их устами. И эти мысли мы воспринимаем, как будто человек об этом сказал. Мы обижаемся на человека, но враг наш не человек. Ведь этот человек может завтра встретиться с Богом, покаяться и прийти в церковь, и увидеть своего обидчика в церкви. Что вы будете делать с этим? Мы должны понимать, что наш обидчик – это дьявол, и мы должны противостоять ему. И я знаю, что это тяжело, это труд, но Иисус говорит, что от Иоанна до наших дней Царство Небесное усилием берется. Нужно проявлять какие-то усилия к тому, чтобы избавиться от этих обид. Как это сделать, это отдельная тема. Я не буду ее сегодня развивать. Я бы готов ее развить, эту тему, как избавиться от обид. Но это будет очень длинный, очень-очень долгий такой серьезный семинар по этому поводу, с практическими занятиями и так далее. Поэтому я рекомендую вам, если вы хотите действительно получить ответ на то, как избавиться от той или иной обиды, напишите мне, я с вами лично свяжусь, мы выберем время, я помогу вам это сделать. Настолько, насколько это будет возможно с вашей стороны, потому что, знаете, мы с вами, может быть, и даже и не знакомы, и вам открыть какие-то свои сокровенные какие-то вещи будет очень тяжело поначалу. Но мы не гонимся за чудесами, мы хотим, чтобы процесс прошел и процесс принес результат. Поэтому, если у вас есть на сердце разговор со мной, я буду открыт. Если нет, у вас наверняка есть доверенное лицо в вашей церкви. Это либо ваш душепопечитель, либо ваш пастор, либо ваш наставник, либо ваш лидер. Обратитесь к нему, доверьтесь ему, расскажите ему. У вас единственное, что я к чему вас призываю, да, не делайте этого, если вы хотите просто исповедаться. Знаете, вот приходят, когда люди исповедуются, батюшка, я вот согрешил, да, это не исповедоваться, это значит, а я сожалею об этом. Сожаление не есть покаяние.
Сожаление не есть освобождение. Сожаление – это поставить в курс дела, как тебе нехорошо от того, что ты это сделал. Ну, об этом и так все знают. Для того, чтобы покаяться, освободиться от всего этого, нам необходимо действительно открыть себя и понять, где мы допустили ошибку. Смотрите, обида, она всегда обоюдная. Первое, то, что мы обиделись на человека, который нас обидел, да, проблема его, это он нас обидел. Но когда мы обижаемся, мы открываем свое сердце для вот этого вот этой горечи, которую мы туда заливаем. И мы сами ее туда заливаем, мы сами ее пропускаем. Помните, мысли сначала гнездятся у нас в голове. Потом, если мы им даем добро, они опускаются в наше сердце и там прорастают и дают всходы. Вот если мы допустили такие мысли, они просочились в наше сердце и в нашем сердце принесли вот такой вот горький плод, то в этом и наша есть вина, и от этого нужно тоже освобождаться. Мы не должны себя корить за это, угнетать за это. Нет, потому что мы люди, мы эмоциональные существа, мы можем на эмоциях пропустить такие мысли в свое сердце, что не дай Бог. Но именно Бог приходит и освобождает нас. Это, смотрите, Иов так стенал к Богу, вот мы сейчас только что с вами прочитали, что все вообще Бог ополчил против него. Но по факту-то мы знаем, что это не так. И мы знаем, что это дьявол являет знамение с неба так, чтобы все думали, что это Божье знамение. И нам нужно отдавать себе в этом отчет, нам нужно четко понимать, что именно так работает дьявол. Поэтому, когда речь идет о ваших обидах, не держите их в себе, говорите о них. Найдите себе человека, которому вы доверитесь, которому вы и зальете свою душу, помолитесь вместе, и Господь освободит вас. Поймите, что обида – это дух, или будем так говорить, действие духов вот этих вот тьмы поднебесной. И она накапливается, когда-нибудь она выльется в очень нехорошие вещи, как то депрессия и прочее. Поэтому я призываю вас, пожалуйста, не держите это в себе, рассказывайте об этом. А самое главное, старайтесь не обижаться на людей. Вы знаете, я один раз разговаривал с одним братом, который обижался на все. Вот ему говорили что-то, и он обижается. Вот они мне то сказали, они мне это сказали. Я говорю, представь себе, пожалуйста, одну такую ситуацию, что вот ты идешь по улице, тебе подходит, ну, а он такой человек полный, он говорит, какую ситуацию? Говорит, идешь по улице, и к тебе подходит маленький мальчик трехлетний, и начинает тыкать себя пальцем и кричать, толстый там, жирный там и так далее. Обидишься ли ты на него? И он сказал, что нет, он не обидится, потому что, ну, что-то маленький ребенок, что с него взять? Вот теперь представьте себе, что каждый человек проходит процесс прихода к Богу. И Писание нам говорит, что каждый человек проходит этапы прихода к Богу. Сначала он младенец, потом он ребенок, потом он подросток, потом он отрок, потом он мужчина, и отец, и старец. Вот представьте себе, что человек, который вас обидел, это младенец. Он просто говорит вам то, что видит. Но по факту, если человек полный, я сам такой был, я весил в два раза больше, чем я вешу сейчас, и когда мне подходили и говорили, ты толстый, то есть я мог обидеться, конечно, и сказать, ну а чего вот вы меня тычете пальцем, что я толстый, это моя проблема, тра-та-та. А я мог просто сказать, ну да, я толстый, я знаю, я пытаюсь с этим что-то сделать. Меня ведь не обижают факты, если мне скажут, ты длинный. Ну, я длинный, да, два с лишним метра ростом, а ты длинный. Кого-то это может обидеть. А кто-то скажет, я не длинный, я высокий. Знаете, ну, такие тоже обиды бывают. Что мне длинным называть? Я же не длинный, я же высокий. Ну, и так далее. То есть мы сами устраиваем себе те обстоятельства, на которые мы обижаемся. Но бывают случаи, когда люди действительно приходят и начинают нам говорить в нашу жизнь какие-то, ну, лжепророчества, лжеучения и так далее, нас это обижает. Что делать с этим? С этим нужно поступить, ну, это, будем говорить, это дела духовные, и поступать с этим нужно духовно. Нужно идти к своему душепопечителю, нужно рассказывать своему пастору или тому, кому вы доверяете, духовному лицу, о том, что произошло, почему вас так задело, разбираться с этим. Возможно, у этого есть глубокие корни из детства, глубокие корни из юношества, из прошлых ошибок, из прошлого негативного опыта. Разные бывают случаи. Поэтому я предлагаю вам идти и разговаривать на эту тему. Не держите это в себе и не откладывайте в долгий ящик. Смотрите, если мы... опять же, вот Иисус всегда приводил примеры из сельского хозяйства, будем так говорить. Да? Вот представьте себе, что вы посадили куст. Он прорастает, и вы понимаете, что этот куст – это сорняк. Это совсем не то, что вы хотели, чтобы росло на вашем огороде. И
Вот вы думаете, окей, ну ладно, я завтра этот куст выкорчеваю. Проходит завтра, проходит послезавтра, еще месяц, еще месяц. Этот куст разрастается и начинает уже мешать другим деревьям расти в вашем огороде, или другим кустам, или другим растениям. И потом, чем больше он растет, тем сложнее его выкорчевать оттуда. То есть у него углубляется корень, расширяется корневая система, его ствол становится крепким. И, естественно, его тяжело оттуда выкручивать. Поэтому, как только в вашем сердце появилась обида, сомнение, страх, стыд, сразу идите с этим разбираться к душепопечителю. Потому что если вы этого не сделаете, потом вынуть все это будет очень тяжело. Под тенью этого куста вы уже не разглядите причин, как оно туда попало. Поэтому не тяните время. И если вы чувствуете, что у вас есть уже затянувшаяся травма какая-то, обида, непрощение или еще что-то, срочно бегите к душепопечителю, молитесь, разбирайте все эти проблемы. Пусть Дух Святой обличит, покажет и просто освободит вас во имя Иисуса Христа. Потому что, еще раз говорю, все это духи, это духовная борьба, а духи повинуются имени Иисуса Христа, потому что так написано в Писании. Это та книга, которой мы верим, и тот Бог, в которому мы полностью доверяем, и Бог придет просто и освободит вас от этого, если вы искренне пожелаете это сделать. Помните, что без Иисуса мы сделать ничего не можем, а Иисусу подвластно все, что невозможно человеку. Вы сами не можете этот куст вырвать, придет Бог, и Он его вырвет. Будет, конечно, болезненно. Придется, может быть, даже и поплакать. Но вы знаете, когда придет свобода, этот плач сменится радостью, и сеющий со слезами пожнет с радостью. Поэтому я призываю вас не держать в себе обиды. Если у вас есть даже сомнение, обида это или не обида, я обижаюсь на него или не обижаюсь, или, может быть, у меня такая эмоция. Нет. Идите к своему душепопечителю. Когда есть сомнения, нет сомнений. С этим надо бороться. И это наша духовная борьба с вами. Поэтому еще раз призываю вас, если вы хотите со мной, как вот вы пишете в своих сообщениях, пожалуйста, мы можем с вами созвониться, но учтите, что как бы и я, как и другой человек, мы люди заняты, не всегда получится сразу. Скорее всего, у вас в досягаемости есть ваш духовный наставник, ваш лидер, ваш пастор. Обратитесь к нему. Вопрос, конечно, уровня доверия, но я вам скажу такую вещь. Я уже в прошлый раз это говорил, и сейчас скажу. Пастор, мой друг, очень хороший Сергей Михеев, написал в своей ленте очень классную фразу: «Не доверяешь священнику, значит, не доверяешь Богу». Поэтому, пожалуйста, воспитывайте все. Может быть, у вас обида на вашего пастора? Может быть. Тогда выскажите ее кому-нибудь другому. Только не тому, кто под вашим пастором. Выскажите душепопечителю. Без имен даже можно. Обязательно избавьтесь от этого недоверия, от этой обиды. Это то, что вас держит в непонимании, в неведении, в непрощении, вот в этой вот темнице, да? То есть вы стенаете и мучаетесь в откровении сынов Божьих, потому что покорились этому недобровольно, да? И дьявол просто приходит и делает с вами все, что хочет, пока вы находитесь в обиде, вы открываете ему дверь. Поэтому я вас призываю эту дверь закрыть с помощью исповеди, с помощью молитвы. Многое может написано усиленной молитвой праведного. И я вас призываю просто к этому, ну, всем сердцем, что называется. Придите и исповедуйте, излейте все это, выведите все это во свет. Это не значит, что вы совершили какой-то грех, хотя обида, может быть, в некоторых местах и является грехом. Это не грех. Вы освобождаетесь от духа, который пришел завладеть вашим разумом и вашим сердцем. И это как раз не грех. По-моему, Дерек Принц сказал, что освобождаться от бесов – это не грех. Грех с ними дружить. Поэтому не носите эти обиды в себе, не будьте жертвой, не рассказывайте всем, что вот у вас там обидчик, здесь обидчик. Лучше пойдите, освободитесь, пусть у вас не будет обидчиков. Пусть все, ну, нехорошее слово, но тем не менее, пусть все позавидуют, насколько у вас нет обидчиков, и насколько вы ободряете тем самым других людей, пусть они стремятся быть такими, как вы. Просто благословляю вас на это и действуйте, не засиживайтесь в этой обиде.